Приветствую вас на канале Жизнь в деревне. Продолжаем рассказывать о наших цветах. Сегодня мы расскажем о турецкой гвоздике. Это она. Высаживали мы семян, и у нас гвоздика зацвела на второй год. Что она из себя представляет? По высоте кустик у нас до 60 сантиметров. Цветочки у нас небольшие, в диаметре сантиметр полтора. Вот такой цвет. Она сама сеется здесь и растет. Этот кустик уже ему года 2 или 3. Этот кустик насеялся сам, и ему год. И вот еще также уже насеялась. Простой и красивые. Сейчас и пахнет как гвоздика, как обычная гвоздика. Мы посадили этот цветок и больше ничего не делаем, иногда только сорняки убираем. Так что цветок хороший, красивый, неприхотливый, нам нравится. Здоровья вам и благополучия.